Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить великолепную игру, просто отличную гонку под названием Gran Turismo 3 A-Spec. Ну и в общем, в этой серии мы с вами, я решил, что будем проходить лицензию, настала пора для первой лицензии, лицензии класса B. В принципе, можно было бы проехать, конечно, чемпионат. На здесь вот в конце есть еще чемпионаты, которые не требуют лицензии. Вот, например, можно было бы проехать на Ярисе целый чемпионат. Вот, но все-таки прохождение лицензии нам откроет, так скажем, больше возможностей. Вот здесь уже чемпионаты, в принципе, дальше идут. Вот мы в прошлой серии прошли Spider and Roadster. Дальше тут идут чемпионат японских машин, турбовых, не турбовых. И везде уже нужна лицензия B. Вот, и если мы ее все-таки получим, у нас будет более широкий простор для маневра, так скажем. Вот, можно будет, во-первых, проехаться, не покупая машины новой. Вот турбовый чемпионат, может, за нее дадут какую-то машину, которую мы сможем использовать в дальнейшем, и не надо будет покупать. А так нам сейчас только один вариант — покупать Ярис и вперед из песни в этот чемпионат. Так что давайте сейчас все-таки приступим к лицензиям. Ну, первая лицензия класса B. Ну, здесь всего 8 заданий. Возвращаемся к первой части, по сути. То во второй увеличили количество заданий до 10. Ну и, как обычно, классика. Разгон, торможение. Машина, по-моему, насколько я увидел, да, Жук. Volkswagen. Ну, приступаем. Сейчас посмотрим, удастся нам тут с первого раза притормозить там, где нужно. Так, ну сейчас получается нам отдана на откуп не вся прямая, а всего лишь ее половина. Что тут, даже меньше, чем половина. Прямая сейчас тут на тест-курсе 2,5 километра. Хотя могли бы и усложнить задание, дать всю прямую. Так, о, серебро. Ну и то я начал рановато тормозить. Ладно. Так, сейчас что-нибудь тут напишем. Оп. Где R? Во. Окей, все, увековечили себя. Так, серебро получено. Что-то как-то тут не отмечается. Получили мы серебро или вообще что-либо. Так, где тут? Тут можно перелистывать сразу отсюда. Следующее задание. Сейф, рекорд, логер, options, exit. Да, вот это печально, что нельзя сразу перейти на следующее задание. Нужно выходить. Ну, благо, грузится хотя бы быстро. Так, B2 и, по-моему, Viper. То же самое на более мощной машине. Так, точно. Viper GTS. Красавчик. Ух. А вот интересно, в лицензиях Traction Control отключен по умолчанию, или это потому, что я его отключил, поэтому он, собственно говоря, здесь и не работает. Так, 700. 800, 900, ой-ой-ой-ой-ой, зафейлился, ладно. Надо гораздо раньше начинать тормозить. Ну да, Viper, конечно, уже очень мощная тачка. До скольки мы там успеваем разогнаться? До 250 на нем.
Так, ну, бронза. Ну ладно, пойдет. Сейчас нам самое главное сдать на хоть какой-то результат. За золотом мы тут не гонимся. Так, серебро, бронза. Что дальше? Ну, смотрите, прям классика. Прям классика из первой части. Первый поворот на Deep Forest. Еще и машину дайте CRX. Машина, кстати, из второй части. Фиатик. Так, я что-то не понял. Здесь уже нам что, траекторию показывают? Да ладно, ребята, мы и без траектории должны справиться. Ой-ой-ой, как он плохо поворачивает. Хуже, чем моя Мазда. Так, походу фейл. Нет, бронза. Ладно, пойдет. Пойдет, пойдет. Нам сейчас все пойдет. Нам даже была бы какая-нибудь латунь, нам бы и латунь сгодилась. И медь. Так, B4. Ага, тот же самый поворот, только на другой машине. Че, S2000 мощнее, что ли? Чем фиатик. Классно выглядит, конечно. Honda S2000. Так. Ого, как там траектория. Аж прям чуть ли не на траву надо залазить. В идеале. Так, 29355. Серебро. Двух десяточек не хватило до золота. Ладно. Серебро тоже приятно. Так, B5. Что у нас тут? Гранд Волей. Эски его. На Цивике. Так. Не помню. Такое задание у нас тоже было уже тоже в первой части, по-моему. Ой-ой-ой, как он буксует. Сильно. Да, в лицензии класса А, по-моему. В первой части именно эти эски были. И вход в туннель. Так, и по-моему на выходе должна быть отметка финишная. Да, вот она. Так, ну и что там у нас? Бронза. Ладно. Мы не гордые. Давайте хотя бы бронзу. Так. Осталось 3 лицензии. Так, ну то же самое, только... О! Родная мята. Мята, мята. Не, ну на ней надо на золото сдать. Правда, немножко не такая мята, как у нас. Более современный вариант уже. С глазками. С открытыми. Ай-яй-яй, поздно переложился. Не, ну золото, конечно, не будет. Тут, дай бог, бронзу заработать. Да. Ой, хотя... А, хотел сказать, до серебра не дотянулся 1/10. Нет, секунды. Не дотянулся целое.
Ладно. Как я уже говорю, нам лишь бы сдать. Два задания осталось. B7, что там у нас? Так, ага, Deep Forest опять на MR2. Тоже, кстати, было это в лицензии B. А, нет, в лицензии A в первой части. Это связка. Стойкое чувство дежавю. О, MR2-то здесь новенький уже. Как бы он тут вообще еще не концепт-каром был. Так, интересно, тут дисквалифицируют за удары жесткие о стену. Я думаю, мы это еще узнаем в последующих лицензиях. 34.5, их чуть-чуть, до серебришка не хватило. Так. Ну и последнее, что, неужели будет high-speed ring? Нет. Skyline, ух ты. А, и тоже, кстати, это, по-моему, было задание в лицензии А в первой части. Хотя, по идее, B8 должна быть полный круг под high-speed ring. Ладно. Ой, помню, у меня в первой части вот с этим заданием именно были большие проблемы. Ой-ой-ой. Ну, так неплохо приложился, но дисквалификация не последовала. Может, то что, бочком? Ага, вот сейчас да. А сейчас фейл. Ну, то есть мордой нельзя врезаться. Ладно, вот и как раз таки определились, что врезаться нельзя. Как говорится, есть вопрос, будет и ответ, да? Так, тихо-тихо, уже в занос пошел. По-моему, я там перетормозил слишком сильно. Ой-ой-ой. Прямо еле-еле вписался. Так, ну да, задания, конечно, тут все уже были. Ничего нового. А, вот, единственное, дальше перенесли финишную черту. Так, ну и... На чем мы там сдали? На бронзу. Ладно, пойдет. Пойдет. Вот и все, собственно говоря. Лицензия класса B получена. Че, машину дадите за бронзовые награды? Так, ладно, выходим. Domestic B License Test Result. B лицензия. Domestic B License Award. Congratulations, ой, ну спасибо, спасибо. Вы очень любезны. Машину дайте только. Не, ну правда, вы не смейтесь. В пятой части Gran Turismo дают за лицензии машины на что бы ты ни сдал. Сдал на бронзу, получи машину. Сдал на серебро, получи машину чуть лучше. Ну, на золото, получи, соответственно, машину еще лучше. Ну, в пятой части Gran Turismo очень много машин, поэтому это было оправдано. Ой, так, куда я захожу? Нет. Так, что нам надо? А, ну, в принципе, правильно я зашел. Так, лицензия B, давайте посмотрим. По идее, нам сейчас все открылось здесь, кроме самого последнего чемпионата, который у нас уже лицензию А требует, да. Мировой чемпионат. Ну и, собственно, во всем остальном мы можем участвовать смело. Но в этой серии, конечно, мы этого делать не будем. Пускай уже эта серия будет посвящена чисто сдаче лицензии. Вот. А в следующей, хотел сказать, лицензии, в следующей серии мы с вами тогда проедем вот этот турбо-чемпионат. Благо, лицензия у нас теперь есть на нашем с вами... Турбокари.
единственном, собственно говоря, пока Миате, Мазде. О, здесь уже, смотрите, пятерочку дают за первое место. Отлично. Отлично. Так, возвращаемся в гаражик. Возвращаемся в гаражик. Да блин, что-то я... Гаражик, вот он. Так, наша Mazda 21 день уже позади. Лицензия у нас заняла... Было 13 дней. А, ну правильно, 8 дней. Каждое задание один день, да? Так, ну что же. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скубер. Удачи!